Каждый урок проходит в форме онлайн-диалога. Один лектор проводит занятия для многих классов в разных уголках страны. Слушатели могут задать вопросы и получить ответы в прямом эфире. Мы знакомились с понятием бюджет. Также мы проходим рациональное использование денег, ну и другие различные темы разбираем. Вот, и на самом деле это действительно, я считаю, очень полезно для каждого человека, и в будущем это пригодится. Георгий Дорофеев – девятиклассник. Несмотря на юный возраст, школьник уже активно пользуется услугами банков. Такие лекции помогают парню расширять финансовый кругозор. Я стараюсь регулярно посещать данные лекции, и каждый раз они затрагивают какой-то новый объем материала, и я стараюсь что-то для себя новое открывать. Я на свой счет тоже открыл вклад, и поэтому я могу с уверенностью сказать о том, что данные курсы мне помогли. Участвовать в онлайн-уроках могут школьники с 6 по 11 классы. Когда спрашиваем, какие темы еще бы хотели услышать, то называют очень широкий спектр. Говорят и о криптовалютах, и о мошенничестве в финансовой сфере, и подробнее просят рассказать об инвестициях, и в том числе инвестиции, которые может сделать ребенок, еще не достигший 18 лет. Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» доступен не только городским, но и сельским школьникам. В 2017 и 2018 году наш регион уверенно занимал первое место в России по охвату школ, участвующих в онлайн-проекте «Банк России» «Онлайн-уроки финансовой грамотности». По итогам первых недель весенней сессии текущего года, которая началась 29 января, Курская область по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди российских регионов. В занятиях уже приняли более 54% школ нашего региона. В области и в городе проведено более 1300 онлайн-уроков. Наш регион занял первое место в рейтинге финансовой грамотности страны. В 2018 году прошло более 2600 тематических мероприятий. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев, телеканал «7».